Привет! Привет, у меня всех Лолиса и Егор. Мы сегодня будем делать кексики Микки Мауса. Да, сегодня будем делать кексики Микки Мауса. Кексики Микки Мауса? И у меня очки еще Микки Мауса. А у Лолисы очки еще Микки Мауса? Да. Ну давайте, показывайте, какие кексики вы будете делать. Да. Из чего? Из вот этого. А что это такое? Глазури такой. Вот паста шоколадная, по-моему. Да, из пасты шоколадной. Из паста шоколадной. И такие печеньки. Из кексиков. Угу. И еще из что-то. Из печенек Орет. Орео. Пена. Да, Орео. Из вот таких жемчужин. Ага. Судобных. И из хулала. Ну ладно. Это вот. Что? Хулала. Пена. Это пена. Да. Из пены. Вот это вот. Который называется хулала. Хулала? Да. А Лиса очки свои будет одевать? Да нет. Да нет? Ну один. Ну один, мы посмотрим, как ты в очках выглядишь. Так, короче, надо. О, привет, помаши всем ручкой. А дай сегодня их примерить? Нет. Почему? Ну давай, Егор, делай. Показывай, что ты, как ты будешь делать. Так, сначала пытаемся открыть этот кексик. Помощь. Помощь. Ой, нет, у меня получилось. Немножко получилось, а вот Алисе понадобится помощь. А Алиса, ты тоже будешь делать? Или ты подожди, пока Егор сделает, а потом он тебе поможет, да? Нет. О, вот как раз. Так, что? Берем вот эту вот пенку хулала. Пенку хулала? А, да, я забыл. И ее сначала что стычки. Да? Да. Точно? Да. Дай мне. Что еще? Так. А подожди, а не надо вот это вот снять? Это... Что? Ну, с кексика. Нет. Бумажку вот эту не надо снимать? Нет. А, ну ладно. Чтобы ему было хорошо дышать. Так. И начинаем. Так. Опа! Прикол какой! Это что вылазит? Вылазит червячок. Червячок? Да, червячок. Ла-ла, пена, червячок. Какая пена, Алиса? Ла-ла, червячок, пена. Ха-ла-ла, червячок, да. Пена? Да. Ой, Егор сделал, какое сладкое она. Угу. Теперь... Ой. Ну, Алисе тоже выдавливай сразу. Алиса, помогай Егору пальчиком давить. Алиса, стой. Ой, вкусная? Папе, ну, дадите попробовать? Стой, Алиса. Ну, она тебе на пальчик. Она тебе на пальчик давит, помогает, чтобы тебе было удобнее. Она мне вот тут вот мешает. Ну, зато тебе помогает. Все. Да, Алиса? Вот. Так. Кексик украшай. А чем она будет украшать? Украшать его можно вот жемчугом. Ну, Алиса, давай украшай сама как-то. А, нет, стой. Сначала нужно сделать ушки. Что ж ты так кричишь? Какие ушки? А, это вы Микки Мауса делаете? Да. Ну давай покажи ей, как делать ушки. О, вот оно само уже. Ух! Опа! Одно ухо. О, два уха. Ой, развалилось. У Алисы ухо. Ладно, подожди, Егор сейчас тебе склеит. О, у Егора классно получается. Егор, а есть клей как-нибудь? Я не знаю, чем там, может... А у нее печенька там развалилась или нет? Развалилась, ну ничего так. Ну ладно, пускай будет. Ну красиво же получается. И все? Нет, потому что еще тут сзади пенки вот нету. А, ну давай, добавляй. Классные Микки Маусы получились, да? Алиса, тебе понравилось Микки Мауса делать? Да, мне будет девочка. Девочка, ну все, одевай очки, ты будешь такая крутая. Сидеть и кушать кексики Микки Мауса, да? Нет. Нет? Почему? Сейчас я одену очки, у меня не полезут. Егор, убери эту баночку, потому что не видно, что ты делаешь. О, все, готово, что ли? Нет, теперь нужно что-нибудь сделать ротик. А, ротик? Да, так. И Алисе тоже надо сделать, да? Так, открываем. Так, глаз как будто у нас еще ничего.
Ой, у Алисы ухо упало. Алиса, ну у тебя сегодня какой-то одни приколы у себя сегодня. У Алисы развалился кексик. Да? Ну не надо плакать, что ты сразу это? Егор тебе склеит сейчас. Да? Ты видишь, сильно надавила? Это у тебя раненый Микки Маус получился, да? Смотри, как Егор делает. Хорошо Егор делает? У Егора красиво получается, Алиса, смотри. Да. Да, я не прыгаю. Кремчик. Кремчик, кремчик. И готово Микки Маус. А Алиса что делает? Ротик. Тоже ротик делаешь? Давай. Ну что там у Егора, ротик получился? Да, вот так. О, прикольный. Ну-ка покажи. Не видно, Егор. Сейчас тоже так. Вот, смотрите, какой получился у Егора классный кексик Микки Маус с ушами, да? Все, то есть это готово, да? Сейчас. Ну помоги там Алисе, чтобы она доделала. Сейчас сделаем так. У Егора получился вот такой вот классный кексик Микки Маус, да? Обсыпай их. Ну, у Алисы сейчас тоже что-то получится, да? Он маленько раненый будет, но ничего страшного. Немножко подправь, немножко ухо. Ухо подправь. Егор, подправь ухо. Нет, ухо! Ну, тут уже... Ну все, развалился у Алисы Микки Маус, его можно уже скушать, да? Он какой-то неправильный получился Микки Маус у Алисы, да? О! Прикол какой получился, да? Ну это тогда будет не Микки Маус, это будет что-то у нас какая-то абстракция, да? Да пускай она это, Егор, пускай как хочет, так и сделает. Все равно это уже ее творение, ее произведение кулинарного искусства. Да, Алиса? Да. Тебе понравилось делать кексики, украшать? О, ну вот. Я не что-то поделать. Так, мне нужно два глазика. Дай. Что дай? Я тут два. Ну дай, пускай Алиса вставит сама. Дай. Вот такой вот у нее получился. О, классный. Ну не видно, Егор, покажи. Микки Маус с одним ухом. Вот такой. Ну ладно, получился. Зато видно, что похож, да? Здорово. Егор, выше подними, потому что не видно. Вот, молодец. И показывай свой. От печенька, кстати, вкусная. Ну конечно. Здорово. Алиса сама держит. Ну вот, классные получились у вас Микки Маусы. Да. Всем говорим пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал в гостях у Алисы и Егора. И ставьте палец вверх. И не забудьте ставить комментарий. Я вас люблю. И Алиса вас любит и дарит вам вот такое вот сердечко. Всем пока-пока. А мы кушаем наши кексики с Микки Маусами, да? Я ешь еще